Вот, вот о чем. Это родная машина, совершенно верно. Пожалуйста, даже вот с этой херней мучиться будешь. Ну а как мужики работали на 158? Вот, вот, работали, как да. Работали. Вот так и работали. Сколько задними вот этих переключений? 3000 примерно. Где-то кто-то там считал, что 3000. А потом руль без гидросилинки вокруг покрутил вот так вот. Дядя Саша, 3000 кто-то считал. На Икарусе работал на 260-м, примерно то же самое. Ну а чего тебе, может, там другого? То же самое, а там 6. То же самое. Икарус, там синхронизатор есть, да, на 152. Не-не-не, ничего хорошего, такая же херня. Не ругайся. Да, извиняюсь, ничего лучше не будет. Так самое. Ну, чуть-чуть легче, да, там, сцепление там. Не, ну естественно, а так что ж. В городе нельзя этого делать. ЛиАЗ. Кстати, хочешь, я тебя удивлю? Так. Что в этом, чем уже не современных ЛиАЗ, скотовоза больше вместимости. И он удобнее. Другое дело, что там он нету этих самых, он не низкопольный. Ой, теперь здесь. Началось. А? Теперь здесь. А тут фонограмма играет. Там вот только танцует, а играет фонограмма. Там уже народ никого маленький, смотри. Ходят так. Мужчина, а вы не подскажете, Кена все, уехал домой? Да ладно, домой. Вон он я катается. Я хотел с ним встретиться. Вон он катается. Че там? Да вот, не вижу вот, я его. Да на встречу проедет. Ох, началось. Бывает такое, ну что это? Давай. Ну давай ты еще как правую сторону влезь, а тебе хорошо. О, морда-то у него. Александру непривычно такие после грязи. Да? Морда-то вот такая вот огромная. Нет, хотя бы я работал. Вот так чуть-чуть. А у меня вот уже к семье было. Малечик, как пятый наш сделать так. Гудеть сам будешь, когда на пароходе поплывешь. Блин, где Машеньку-то искать? Убери это на полную, да? Где-то Машенька, вот он, кстати. Приехали! Прям